Уходящий год вполне успешно завершают и торговые предприятия области. И тем, кто плодотворно трудился в этой сфере, оказывая услуги потребителю, были вручены благодарственные письма акима области. Следует отметить, что сегодня количество субъектов малого и среднего бизнеса в нашем регионе достигло 59 тысяч. По сравнению с прошлым годом, это больше на 21%. Конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в нашей области всегда уделяют особое внимание. Как отметил глава государства, в развитии экономики страны необходима новая волна предпринимательства. Эта отрасль останется главным гарантом экономического подъема. Благодаря поддержке государства бизнес работает в разных сферах. В этом году объем продукции, произведенной в торговле, производстве, строительстве и других отраслях региона, превысил 1 триллион тенге. Налоговые поступления составили 105 миллиардов. Предприниматели также способствуют стабилизации цен на продукты питания социального значения. На развитие малого и среднего бизнеса в этом году было выделено порядка 22 миллиардов тенге. Поддержано более 3000 проектов, это более 4000 новых рабочих мест. Вместе с тем, касательно социальной помощи по области, в текущем году оказана поддержка на сумму 2,3 миллиарда тенге, в том числе благотворительной помощи на сумму 209 миллионов тенге. Как вам известно, особое внимание нами уделяется вопросам стабилизации цен на продовольственные товары. В области на сегодня функционирует 2397 торговых предприятий. С каждым бизнесменом ведется работа по сдерживанию цен на продукты питания. Одобрено более 3000 проектов. Открыто более 4000 новых рабочих мест. Поздравив бизнесменов с наступающим Новым годом, глава региона вручил им благодарственные письма за значительный вклад в социальную поддержку общества. По городу у нас работают два филиала. В течение года мы тесно сотрудничали со стабилизационным фондом. Реализуем их товар по сниженным ценам. Спасибо за внимание к нам, за то, что собрали всех, за открытую беседу и оценку нашей работы. В этом году на стабилизацию цен на продукты питания в регионе направлено 5,3 миллиарда тенге. Заключены соглашения с 50 торговыми местами и крупными товаропроизводителями. За летний-осенний сезон проведены 382 ярмарки сельскохозяйственной продукции. Все это вкупе влияет на благополучную картину рынка и социальной ситуации в области, говорили на встрече. Алмагуль Джампиисова, Талгат Муратбаев, Калыбек Акрап, Акжай Акпарат.